Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Ильи, и сегодня у нас опять роллинг коллекционера, все как обычно. Смотрим, какие нам дали шансы, как мы за 61к нифига не выбьем. Находится он в гильдии Неприкаянные души, вот так вот. БГ не прошел, в другую гильдию ушел. Первые, третьи места, кидайте заявочки, вступайте, мест много, видимо, очень много уходят в другую гильдию. Так, аккаунт у нас немножко донатный. Поехали посмотрим героев, что нам надо сегодня выбить. Так, Бигфут, Заклинательница, Тесса, Фрейя, Эфина, Ронина, Сура, Махатма, Рогатка. Ну, в общем, как обычно все печально, что нам сейчас может ничего не упасть с такими шансами. Хотя кому как. Так, тыковка 11. Ну, так, вроде ничего, талантики есть. Не все так печально. Даже очень не так печально. Восьмерки, видимо, новенький аккаунт. Где-то недавно создавался. А возможно и нет. В общем, так вот. Так, ничего себе. Имбобочка. Первая ожива. Ну окей, поехали. Будем пробовать. Буги-вуги сразу ворожей падает. Значит, ролл будет просто офигенный. Купидон. Медуза. Так, коробочку мы уже получили. Тыковка есть. Это радует. Но вот дроп легенд что-то вообще не радует. Дед Мороз, бульдозер. Что за бред, IGG? Оу, Бигги. Так, я немножко не туда зашел. Не запоминаю я их героев. Вот оно было. Поздравляю. Недостающего мы хотя бы одного уже вытащили. Так. Так. Ну. Поехали. Бигфут это хорошо, но нам надо еще пару героев. Заклинательница. Тоже, по-моему, недостающая. Так, ну, где Фрейя, малышник? Опять душек. Блин, сердцеедка. Десять. Ну, как видите, в среднем где-то так и выходит в районе 60к надо иногда. Так, Тесса. Асура сразу же, вот так вот. Только сказал за 60к и сразу посыпалась еще одна Тесса. Правда, только куда их столько? Вот так вот. Просто читер какой-то. Ну, что могу сказать? Падает через раз. Через раз. И да, он офигенный герой. Особенно на бездонатных аккаунтах. В общем, за это надо выпить. Ну чё, поздравляю. Имбу выбили тебе. Поехали. Откупоривать дальше следующие. Вершины. Сейчас, может, еще кого-то выбьем.
Да. Блин. Хотел спеть, но не получилось. Так, заклинательница Тесса недостающая. Вообще отлично. Асура недостающий. Короче, это оно, ребят. Поехали. Вот это радует. Еще бы нам слизней собрать. Стрелок. Ну а почему нет? Стрелки сегодня падают как... Как слизни, блин. Медуза. Ну, слизни, я думаю, мы уже собрали. Так, бульдозер. Суккуб. Королевогарпий. Душек. Медуза. Ара. Шмара. Так, ну чё? Черепок. Сноузила. В общем, навыбивали мы ему офигенно. По-моему, мы даже ему собрали коллекционер весь. Да. Да. Давайте сразу его заберем. Вдруг сейчас еще имбу выбьем. Ну, видите, как кому как прет. Тут рандомчик. Бывает прет всем, а бывает никому. А бывает вообще через раз, как это делается сейчас. Так. Не хватало ему мест. Ну, давай еще одну имбу, Гарху. Так. Заклинательница еще одна. Отлично. И Леди Лео. Вот так вот. Вот так вот. Огонь просто. Ребята, с вас по лайку за такой роллинг. Так. Идем, пооткрываем недостающих. Пооткрываем плюшечки. Жесть, единичка упала только. Печально. Так. Прайм руны. Так, железная воля. Вот это отлично, то что надо. Эмблемка. Седьмой священный огонь. Тоже в принципе круто. Так. Открываем. Буги-вуги есть. Дальше. Асурик. Заклинательница. Бигфут. Ну, нормально так выпало недостающих. Тесса. Ну, все остальные вроде как есть. Так, окей. Смотрим еще разок. Руны. Не знаю, снова он что-то не открывает. Да, Афинка еще. Афинка, Фрея, Анубис, конечно, эти. Именно те, которые нужны очень. Так, хорошо. Поехали сюда. Просвет первый. Так. У него тут Бер стоит. Так, ну блин. Вот они как раз все пять и влезли. Думаю, талантик бы неплохо зашел бы на какой-то деф. Так, ну, поехали. Да. Что-то не радует коробки вообще. Вот так вот сделаем. Так, ну вроде мы все пооткрывали. Новый талантик, в принципе, пока неизвестно, что делать. Будем тестить. Так, на китайке. Ну, не знаю, кому как, вот я же говорю, кому как прет, кому-то, блин, реально прет, кому-то вообще просто даже большие суммы само сливаем и прет. Вот такой вот, ребят, роллинг, ну, я думаю, вам понравилось, пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах, подписывайтесь на телегу, копите самоцветы, в общем, такие вот дела. Все, всем удачи, всем пока.